Медиадепо продолжает свою работу. Мы работаем на стенде компании «Российские железные дороги» в рамках Петербургского международного экономического форума. Гость нашей студии Герман Маслов. Герман, здравствуйте. Добрый день. Вы принимали участие в сессиях, посвященных взаимодействию России и Индии. В частности, озвучили прогнозы на будущее. Герман, вы заявили амбициозную цифру по отношению к прошлому году по взаимной торговле между Россией и Индией именно в перевозке контейнеров, правильно Точно понимаю? Точно так. То есть 76 рост вы видите до 89 тысяч теусов по окончанию 2023 года. На чем основан этот прогноз? Ну, я считаю, что этот прогноз достаточно пессимистический, он осторожный, потому что мы только начинаем развиваться в Индии. Мы запустили наш сервис, который соединяет Китай, Индию и Санкт-Петербург. И с июля у нас начнет работать сервис, который будет работать уже два порта в Индии. Это Навашево и Мундра с заходом в Новороссийск. Прямой сервис, не через Турцию. Мы считаем, что эта услуга будет востребована. И сейчас на форуме мы видим огромный интерес. И прежде всего, самое что интересно, именно индийских грузоотправителей в сервисе, соединяющий Россию и Индию. Вот в чем смысловая нагрузка? То есть вы сказали, без обхода Турции, то есть сокращаем время. Да. Сегодня это какое время? Дальше, тоннаж. Какие это будут суда? И требуется ли сегодня на эту линию поставлять больше судов? Мы ставим судно вместимостью 700 ДФЕ. На данном этапе считаем это достаточно. Угу. До конца года планируем поставить второе судно примерно той же самой вместимости, 1000, может быть, чуть больше, 1000-1200 ДФЕ. Обязательно с серф-розетками. Угу. Почему прямой сервис? Мы долго выбирали между сервисом траншипмента через Турцию и прямым. Потом в результате сделали вывод, что это клиентами больше востребована услуга именно прямого сервиса. Сервис траншипмента уже есть на рынке. Мы хотим быть в авангарде развития именно прямого сервиса. Здесь именно подписание соглашения какое-то играет роль или все-таки больше договоренность во времени и здесь как финальная точка для встречи и обсуждения? Все-таки это общение с бизнесом. Вот у меня полное ощущение вчера было, да и сегодня, что ПМФ, он становится для нас, по крайней мере, больше похож на Трансрашу. Обычно ПМФ — это больше политики, большие руководители, стратегии, разговоры про движение вперед в перспективе 5-10 лет. А здесь мы видим, с точки зрения взаимоотношений с Индией, это прямо настоящее бизнес-сообщество. Несколько ассоциаций, которые занимаются развитием бизнеса в Индии и развитием бизнеса между Россией и Индией. Бизнеса контейнерного или вообще бизнеса в целом? Бизнеса с точки зрения перевозок. Ага. Мы видим, что есть запросы по перевозкам именно с точки зрения логистических схем перевозок между двумя нашими странами. Много говорили про то, что грузопоток растет, что Индия выходит в первую пятерку торговых партнеров с Россией и так далее. Но мы хотим увидеть это практическое применение всем этим словам на деле. Да? Для этого мы ставим наш сервис, общаемся с бизнесом. Ну и еще раз повторю, действительно большой интерес, в первую очередь от индийских клиентов. Сейчас очень много говорят о взаимодействии с Индией, но и о Китае тоже говорят, что Китай открывается все больше, а Индия уже открыта для российского бизнеса, то, о чем вот вы говорите, или приоткрывается пока еще? Я проведу параллели. Я работал в нашей компании, когда зарождались перевозки между Россией и Китаем. Ну, начинал процесс работать. Вот шел. Это было настолько интересно и увлекательно видеть, как там каждые полгода у тебя грузопоток удваивается. Я вам приведу такой пример. В 2002 году у нас между Китаем и Россией стояло одно судно вместимостью 500 ДФЕ. Одно. Оно ходило раз в месяц. Так. Этого было достаточно для того, чтобы перевозить грузы. А сейчас? Сейчас у нас стоит 4 судна, это только у нас. Еще масса других перевозчиков, которые работают на этом направлении. И количество судов, кратно больше. Да? И тогда, 15-17 лет назад, можно было видеть, как каждые полгода мы ставили одно судно, потом ставили второе побольше, дальше два судна и так далее. И у меня полное ощущение, что то же самое мы увидим и в Индии. Может быть, не сейчас, может быть, через полгода, год, но точно есть большой потенциал, есть что возить и из Индии к нам, и обратно тоже. Это давайте вот про позитивное. То, что возить. Очень интересно всегда понятие, какая это номенклатура грузов, Герман, о чем мы можем сейчас уже говорить? Сейчас это керамика,
Кто кому? Вот что поставляет? Из Индии это идет керамика. Мы рассчитываем на увеличение грузопотока текстиля. Угу. В том числе... На это есть спрос в России, получается. Да, так. Точно так. Изделия из текстиля. Угу. Обратно это... Ну, Россия экспортная страна. Мы поставляем и химикаты. Мы поставляем грузы деревообрабатывающей промышленности. И на это тоже есть спрос у наших индийских коллег-партнеров. В чем вести в ящиках? Есть сегодня дефицит или достаточно? Есть проблемы... следующего плана. Грузопоток в Индию у нас идет в 40-футовых контейнерах, обратно из Индии в основном 20-футовые контейнеры. Ага. Это небольшая проблема, она существует. Мы надеемся, что мы ее решим там, в ближайшие полгода через работу с клиентами, там, выравнивание ставок и прочее. Сейчас мы пока завозим контейнеры в Индию нашим сервисом из Китая для того, чтобы создать сток собственных контейнеров, и дальше уже начнем продавать полную услугу. Здесь все-таки вот, когда мы говорим о транспортной группе Песко, да, у вас много очень активностей, связанных и с сухопутной частью, и как раз-таки с морской. Поясните, пожалуйста, ведь одна из главных проблем, которую мы часто с вами обсуждаем, да, на форумах, это взаимодействие порт-железная дорога. И мы говорим о неких узких местах, зачастую они одни и те же, но пока непонятно, что с этим делать. То есть одни говорят, что надо там расшивать восточный полигон, другие говорят, а мы расшиваем восточный полигон, а что же вам здесь не так? Герман, вот с точки зрения морских сервисов, это намного проще или это сложнее? И грузоотправитель, он доверяет в этом случае больше воде сегодня или сухопутной части? Даже если это комбинированная история. Я считаю, что доверяет больше в воде, потому что вода, море, судно — это понятно для клиента. Несмотря на там, погоду, природу. Что точно случается? Так. Ну, потому что морской сервис, он стабильный, понятный, он ходит по расписанию, да, есть шторма, мы это все хорошо понимаем, знаем, но тем не менее есть какая-то прогнозируемость и стабильность с точки зрения движения грузов и транзитного времени. По ЖД, но с точки зрения восточного полигона, сейчас эта проблема, там, ее актуальность немного снизилась. Угу. Поезда ходят регулярно как на вход в ДВ-порты, так и обратно. Угу. По Новороссийску отмечу, что проблема сохраняется. Там есть ограничения по ЖД. Я думаю, что это в какой-то мере будет притормаживать активность по перевозкам вот, через порт Новороссийск именно. Но есть порты Северо-Запада, куда мы тоже заходим сейчас из Индии в Санкт-Петербург. Расскажите, сервис. А какие сервисы здесь вы предлагаете, в каком количестве, объеме? Мы запустили сервис изначально по DPC Китай, Санкт-Петербург, прямой сервис. Никуда не заходили, поставили. Сейчас работает там 4 судна, до конца года зайдет еще 2, будет 6 судов. 6, они все новые, то есть сейчас 4 работает новых, 2 новых, 2 с нашего действующего флота. И весь новый флот, который будет заходить к нам, который мы приобретаем сейчас в Китае, он будет становиться на эту линию, соединяющую Китай и Санкт-Петербург. Так. Мы по пути заходим в порт Мундру и предлагаем клиентам сервис не только в Новороссийск, который мы открываем в июле, но уже действующий прямой сервис между Индией и Санкт-Петербургом. И там точно нет никаких проблем с ЖД, по крайней мере сейчас. Там отлично работает Октябрьская железная дорога, там известный руководитель господин Голомозл, с которым мы встречались. Терминалы не загружены, ЖД тоже на данном этапе не загружено, поэтому вот через Петербург мы видим, есть возможность предоставить клиентам как опцию перевозок из Питера во все основные города Российской Федерации, так и, наконец-то, дать возможность нашим клиентам, экспортным клиентам, вернуться на рынок Китая и не вести груз через всю страну, а все-таки ближе к северо-западу, грузить на суда и прямым сервисом довозить в Китай. Мой последний вопрос. На этом форуме очень много говорят про транспортный коридор север-юг, про его новое дыхание. Самые амбициозные называются объемы, что до 100 миллионов тонн груза может прийти именно на эту линию. Герман, для вас, в частности, для сервиса прямого из Индии в Новороссийск, север-юг сегодня это конкурент или нет? Мы считаем нет. Мы считаем, что морские сервисы, соединяющие Индию и наши черноморские и северо-западные порты, это предоставление дополнительного плеча коридора север-юг. И с учетом наших планов выхода на рынок Египта, мы надеемся... Египет. Да. Мы надеемся в конце этого года открыть линию между Новороссийском и Египтом. Она
будет больше сконцентрирована на перевозках фруктов и овощей, но тем не менее там есть и грузы для стандартных сухих контейнеров. Мы рассматриваем возможность открытия линии в Северную Африку, это Тунис-Марокко. Не буду там сейчас называть вот по этому направлению сроков, скорее всего, это там начало 2024 года, вряд ли в 2023, но тем не менее. И мы видим, что вот в открытии таких нескольких направлений перевозок, которые соединяют Южный порт Российской Федерации с другими странами, это и есть продолжение того самого коридора север-юг. Спасибо большое вам за это интервью и успехов в реализации проекта. Спасибо, Герман.